В знак признания выдающегося таланта и вклада в искусство ковроделия Академия художеств Туркменистана организовала великолепную выставку, посвященную 60-летию народного художника Туркменистана Адаутлыева. Туркмен бедеуның милли байрамы кечирилә һәр ел. Шу 2011 елдан башлап бездән соңга катнашып, бедеуларыбызны Чепасырку Амал Хасан Тунгатынны вакыт итмәк буенча яна бәйәтле чиклар кечирилә. Шуннан да без 12 ведер идеге дәрли шуна диңгезе булдык. Без шуны яли мөмкинчелекне дөрәтән каһарман аркадагымда, һәм аркадагыл каһарман тердарымда түйтөрөктән сак булдыгымда әйтәс. Мероприятие было поистине великолепным праздником искусства и культуры. На выставке были представлены уникальные произведения художника, отражающие его творческий путь и мастерство в области ковроделия. Адаутлыев стал первым, кому было присвоено почетное звание народного художника Туркменистана по ковру. Известный ковровщик обладает уникальным творческим наследием, украшающим музеи и коллекции Туркменистана. Его талант не ограничивается только ковроделием. С двумя дипломами, полученными в Ашхабадском художественном училище и Туркменском политехническом институте, он также успешно работал художником-постановщиком в Туркменском национальном молодежном театре имени Алпарслана. Сегодня в нашем выставочном зале собрались видные деятели культуры и искусства Туркменистана. Пришли писатели, поэты, пришли деятели театра, а также киноискусства Туркменистана. Все пришли поздравить нашего юбиляра, так как за много лет работы Ада Гутлыев создал большие шедевры коврового искусства. Его иллюзорное искусство на самом деле это синтез изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Я считаю, что Ада Гутлыев совершил революцию в декоративно-прикладном искусстве, так как традиционный туркменский ковер не позволяет создавать такие произведения. Ада Гутлыев изменил это понятие и создал в ковровом искусстве действительно искусство живописи. Его ковры – это не просто украшения, а это действительно глубоко национальные, а также глубоко реалистические произведения, именно выполненные по традиционной технологии туркменских ковров. Действительно, такое искусство, созданное в современное время, действительно поражает воображение, так как Ада Гутлыев работает не просто как ковровщик, он работает как живописец. Именно как живописец он передает красоту туркменской природы, туркменских коней. Его портреты действительно реалистичны. Именно традиционная технология туркменского ковра позволяет создавать огромное количество цветовых нюансов именно в ковровом искусстве. Действительно, именно такие ковры, именно такое отношение к традиционному туркменскому ковру позволяет ему создавать все новые произведения, которые поражают наше воображение. Именно он создает их не как мастер, он создает их как профессионал-живописец. Каждый сантиметр ковра поражает именно своими колористическими оттенками. На выставке гости могли насладиться множеством произведений художника, включая портреты и пейзажи, переплетенные неповторимыми узорами и мотивами.